Ехай, ехай, башенка, ехай, домик. Давай, давай, чуть-чуть совсем. Есть, ребята, все. Пошло у нас падение. Давай, цветочек. И сейчас... О, свину-то, смотри, выкурил. Цветочек, давай. Да что ж ты. Чак что-то... Смотри, как косо башня стоит, но... Но она стоит. Что-то пытается шататься, но... Не падает. О, Чак прикатился. Молодец. Главное подождать. Может, у нас серебряночка пробьет шарик. Давай же. О, давай. Телега, я, оказывается, не туда смотрел. Надо было на цветочек вот этот рассчитывать. Привет, ребята, с вами Мобики. Мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Какие-то обновки у нас в игре. Список лучшего клана. В сундуке клана доступен новый уровень карт. Оу, смотрите, 71 уровень какой-то. Я не знаю, 71 множитель. Разработай дизайн нового набора шляп. Участвуй в соревновании на Facebook. А-то гляньте, скажу я вам. Ну что ж, сегодня у нас качается Red. Давай, сейчас одно перышко. И шапка у нас вот такая. Но она крутая, ребята. Оставим ее на месте. Давайте ежедневный сундучок заберем. Бесплатный. Кристаллики, давайте. Нет, 200 перьев. Это уже не для Реда. Это у нас Терренс качнулся, здорово. Ну что ж, Терренс, поздравляю тебя. Погнали, ребят, в башню удачи. Правда, у нас кристалликов нет совсем. Эх, не знаю, получится ли у меня... Получится ли у меня высоко забраться. Добро пожаловать. Погнали. Перед Реда. Что у нас тут? Кристаллики. Здорово. Что здесь? Перчик. Четвертый этаж. О, разгладитель свиней. Шляпа какая-нибудь. Школьные шляпы. Нету. Еще перья. Седьмой этаж. Опять раздуватель. Уточка. Девятый этаж. Ну что ж, ребята, я думаю, наверное, стоит тормознуться, потому что у меня кристалликов нету. Я потом просто не смогу продолжить, если нам попадется вдруг свинота. Но мы кучу заклинаний различных заработали. Заработали одну шляпу. 10 кристалликов. И что-то там... А, перья еще для Реда. Ладно, выходим. Что у нас тут? 25 перышков для Реда. Здорово. Так, 10 самоцветов. Что у нас тут? Перчик. Один. Два раздувателя. Шапка для Реда. И уточка. Ну что ж, а теперь погнали в погоню за свинобоссом. Что там, сколько нам осталось еще уровней до свинобосса? О, получается, 4 уровня нам еще до босса. Скакать и скакать. Ну ладно, погнали пока что на 67 уровень. Сколько здесь этапов, интересно мне. Заклинанница. 7? Это 7 же у нас получается? 7 уточек? Офигеть, ну ладно, возьмем. Чего у нас больше, то мы с собой возьмем. Свиноты. Не забывай использовать способности птиц, свали, Ред. Подсказочки мне тут свои. Давайте, наверное, мы суточки и начнем. Давай, дождь из золотых уток. Ну, ну, первая башня, давай. Нет. Как-то так себе у нас получилось. Ладно, значит, мы сейчас вон туда запулим. Бомба! Бомба! Есть. Последней башни у нас никого нету, осталась вот эта маленькая свинота. О, смотри, какая у нас троица злобная. Щурится прям. Троица нам может пригодиться. Матильда, давай, наверное, ты полетишь. Йоу, яичко, бабах. Готово. И тут же нам Матильда вернулась с дополнительной картой. Так, кольцо у нас. Ух ты, опять этот астронавт. Свинячий. Ну что, у нас тут деревце. В основном дерево, ребят. Чак. Давай.
как бы нам сделать так, чтобы все упало. Ну ладно, давайте, наверное, прям вот сюда. Бабах! Не-не-не, давай, катить же ты! О, вроде поехала. Давай-давай-давай, ехай! Ехай, башенка! Ехай, домик! Давай-давай, чуть-чуть совсем! Есть, ребята, все! Пошло у нас падение. Давай, цветочек! И сейчас... О, свинота, смотри, выкурил. Ну ладно. Свинота выкурилась, и то хорошо. Что у нас тут? Давай, троица, будем сейчас ледышки-то ломать. Вон туда. Йоу! Все, свинота, до свидос. К нам вернулся бомб. Здорово, погнали дальше. Камень. Камень и лед. И какие-то здесь непонятные постройки еще, которые нам будут мешаться. Ну, конечно, особо-то они не помешаются, если мы сейчас будем пулять Терренса. Свинотой, вот сюда, в шарики сейчас. Мне надо, чтобы вот эта свинота, самая первая, слетела. Давай! Ну, как-то Терренс, да. Ах ты, что ж ты, Терренс натворил? Бомб сейчас вот сюда нормально зайдет. Надеюсь, сейчас разлетится. Все, бабах! Да-да-да-да-да. И может сейчас вот это зацепит. Эх, там ледышка у нас. Сплошной лед. Не хочет разламываться. Сплошной лед у нас. Так. Ред, серебряночка. Давай опять. Матильда. Яички! Сбросим! Бабах! Да, все, готово! Готово, ребята! Ну что, у нас осталось еще 3 птички. Этого должно хватить на последний этап. Надеюсь, здесь сильно не будет ничего сложного. Так, ракета. Вот. Эх. Ну, не знаю. Возможно, мы еще крушиметр пополним до конца. И получим еще одну птичку. Что мне делать с этой свинотой, которая сидит? Она мешается мне. О, смотри, как можем. Ну, давай, чак. Мочи! Ой! Цветочек, давай! Да что ж ты! Чак что-то... Смотри, как косо башня стоит, но... Но она стоит! Что-то пытается шататься, но... Не падает. О-о-о-о! Чак прикатился! Молодец! Главное подождать. Но все равно у нас одна свинья осталась там. Что у нас? Серебряночка, если через... Через... Вверх, да елки-палки. Нет, не получится. Не. Серебряночка, погоди. Попробуем сейчас, может, рядом сдуть. Сдуть первую и вон ту маленькую потом еще. Зацепим! Эх! Ну ладно, мы карту все-таки... Не, карту не получили. Давай, толкай, Ред. Да что ж ты? Эх, ребята, столько карт и все. Ну, здесь весь подвох вот в этой свинье, которая в самом начале сидит. Что делать? Может, у нас серебряночка пробьет шарик? Давай же! О, давай! Телега, я, оказывается, не туда смотрел. Надо было на цветочек вот этот рассчитывать. Ну что ж, ребята, мы уложились, потратили, правда, всех птичек. Я думал уже все, это провал. Но нет, у нас серебряночка залетела в цветок, и потом как она туда вылетела. Шестьдесят восьмой уровень. Косточки у нас здесь какие-то, я не помню, что это значит. Сложный уровень. Окей. Сложный, так сложный. Посмотрим, какие сложности у нас тут. Ну ладно, раз это сложный уровень, давайте, наверное, тогда могучего орла возьмем. Могучий орел. Ну, не знаю. Давайте, наверное, сразу его туда и применим, могучего орла. Надеюсь, получится у тебя сдуть все, что здесь построено. Давай, крылышками махну! И все, все свиньи слетели, здорово! Колечко у нас осталось. Ну ладно. Погнали дальше. Крушиметр почти заполнился.
наполовину, по крайней мере, точно. Что у нас тут? Деревяшечки. Деревяшечки, камень и лед. Ну, мне кажется, первые вот эти два строения мы разрушим троицей запросто. И потом у нас останется только последнее. Давай, троица. Мочи! Бабах! Эх! Ну, свинью, по крайней мере, мы выкинули, выкурили, лили. Лили, она в ведре, по-моему, сидела. Эх, нету Терренса. Так бы он сюда вообще в тему был. Давайте тогда Реда запулим, что ли. Как бы мне вот эту щелку пролететь. Давай, Ред! Давай, давай, давай! На! Есть! Падай, 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 башенка! Есть, все, маленькую свинюшку мы расплющили, здорово! Здорово, хорошо, что у нас пролетел Ред, а то он мог бы запнуться где-нибудь, застрять там. Воткнуться в одно из остатков строений. В ведре свинота. Терренс. Нет, Терренса нету. Ладно, Чак. Чак. Здесь опять же, наверное, нужно смотреть на цветочек и в цветочек пихать всех наших птичек. Ладно, давай, Чак. Он туда! Бабах! Да что ты! Да-да-да-да-да-да-да! Падай, падай! Эй! Ну что, осы не под завалами сидят. О, Терренс. Здорово. Ну что, погнали, свиноты, бойтесь. Бойтесь, нам еще угол бы такой бы сделать. О, так вот как-нибудь. Чтоб он ведро зацепил. Что ж ты? Чтоб ведро зацепил, и вон тех свиней, которые в завалах сидят. Давай ты! Да ёлки-палки! Что за дела-то? Цветочек у нас плюётся куда-то... Куда-то непонятно куда. Чак нам вернулся. Что? Бомб. Давай бомб, сейчас будем свиней из завалов вытаскивать. Йоу! Баба! Да! Все свиньи разлетелись, и куда-то их сдуло. Они взорвались, ребята. Хотя дом у нас остался, по сути, нетронутый. Ну что ж, здесь у нас деревяшечки, там у нас где-то Чак, по-моему, был. Чак? Чак точно был. Коль. Но он, видимо, вот в этой единственной последней карте, которой у нас сейчас с собой нету. Ладно. Ладно. Еще серебряночка. Пробуем последнее зацепить сейчас. Последний город. Йо-хо! Мочи! Не в ту сторону. Но сейчас цветочек, мне кажется, будет нормально плеваться. Все что ли? Это Мэри Поппинс, блин, прилетела. Лопнула Мэри Поппинс у нас. Сюда сейчас уроним башенку. Баба. Давай. Как оно в воздухе-то развалилось, я не понял. Ну ладно, у нас еще птиц куча. Давай, Матильда. Точнее, куча из двух птиц. На! Бабах! Ну, складывайся! Домишко! Не хотит. Троица. Мачи! Бабах! Да нет! Да как же так-то? Эй! Я так не играю. И крушеметр нам осталось совсем чуть-чуть, смотрите. Я так не играю. Давайте птицу получим за видосик. Оу! Матильда опять. И что нам с тобой делать? Наверное, ребята, Матильду мы сейчас будем пулять прям напрямую. Возможно, яичко получится у меня сбросить еще где-нибудь рядом. Давай, Матильда! Есть! Что случилось, я не знаю. И мы крушметр пополнили, и у нас еще одна птичка пришла. Мы получили 3 звезды, как обычно. Ничего такого сверхъестественного у нас не произошло. Ну что ж, ребята, нам осталось еще 2... Ох ты, редкий сундук, смотрите. Давай, вскроем. Вот здесь я хочу. О, 3 перчика! Здорово. Ну что ж, ребята, я думаю, сегодня мы тормознем на этом. Нам осталось еще совсем чуть-чуть, и у нас будет очередная битва с боссом. Босс это у нас шеф-повар, который все летает с нашими яйцами и никак не может их приготовить. Видимо, ты отстойный повар. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Я с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.